Приветствую, дорогие друзья, с вами как всегда Шторм, я продолжаю играть на проекте Родина РП, сервер Восточный Округ, и сегодня мы с вами попробуем подняться с 1 миллиона через казино. Да, парни, бывали моменты, когда нам удавалось с 1 миллиона поднимать целых 200 лямчиков, но эти времена уже прошли, но надеюсь, что сегодня нам повезет, и мы сможем вам с вами поднять хоть что-то с 1 миллиона, поэтому, пацаны, запасайтесь пищушками, заваривайте чаёк, ролик обещает быть интересным. Также, если вы еще начали играть со мной на Родина РП, сервер Восточный Округ, то как начать играть и получить плюшечки при регистрации, все есть в описании. Ну что ж, пацаны, а я не буду затягивать, а мы полетели. Ну что ж, я уже в казино, бюджет у меня сегодня 1 260 000, здесь у нас сразу играть на 268 000, давайте сразу же залетим. У нас 268 000 в 2, Артемчику падает семерочка, мне падает восьмерочка. У нас сразу же плюс 500 000 залетает, надеемся, что это хороший знак, и сейчас мы с вами будем нормально так тащить. Окей, давайте попробуем создать, например, на 500 000. Надеюсь, что сейчас к нам залетят. Почему-то все за тем столиком. Не знаю, почему так. Но окей, давайте будем ждать. Надеюсь, что сейчас залетим. Ну и у меня сегодня в планах поднять с 1 миллиона, ну не знаю, лямчиков 10 попробовать. То есть x10 сделать. Не знаю, получится это или нет. Кстати, напишите, сколько вы максимум делали с 1 миллиона. Или с какой минимальной суммы вы залетали в казино. И сколько вы максимум делали. А также напишите, сколько вы максимум сливали. Тоже будет очень интересно почитать. Но, например, на родине я поднимал максимум с 1 миллиона. Ну не прям за одну игру. Там за несколько сеансов. С 1 миллиона мне удавалось поднимать около 200 000 000, даже 250, если я не ошибаюсь. Ну, потом я их, конечно же, благополучно слил, потому что, парни, что правильно, не нужно заигрываться, нужно куда-то влаживать деньги, и тогда все будет хорошо. Окей, пока что игроков почему-то нет, тогда пойдемте за их столик, посмотрим, поскольку там они играют. Здесь они играют по 1 миллиону. Окей, принял, понял, обработал. Так, 50 000 в 4, ну давайте залетим, попробуем. Так, благо падает пятерочка, Роберт семерочка, мне десяточка. Воу, кажется, плюс 200 000. Так, нет, Юшину тоже падает десяточка. Окей, второй тур. Ну и, конечно же, мне падает 11 на 50 000. Именно когда я играю по минимальным ставочкам, мне падают такие здоровенные числа. Просто обожаю казино, просто я тебя ценю и уважаю. Окей, играем дальше. Так, на 5 000 я не буду залетать, к сожалению. Окей, смотрим и ищем дальше игру. Здесь у нас по 30 миллионов уже играют, а там вообще по 50, найс. Окей, вот пацаны наконец-то доиграли. И 500 000 вот челики играют. Сейчас попробуем залететь, если они еще раз поставят. Вот, 250 000 залетают. 250 000 у нас в 4. Артемчику падает 5, Богданчику семерочка. Я бросаю, пацаны. Мне падает девяточка, неужели это плюс лямчик? Да, это плюс лямчик. Славику падает восьмерочка, это плюс миллиончик. Отлично, пацаны, очень хорошо, очень хорошо. Так, еще раз, 250 000 в 3. Богдану падает восьмерочка. Нам падает девяточка. И еще плюс 750 000. Очень хорошо. Счет пока что нам сегодня везет. 500 000 в 2. Так, Богдану падает восьмерочка, мне, к сожалению, шестерочка. Да, накаркал. Сразу же у нас слив, минус 500 000. Еще раз 500 000 в 2. Богдану опять падает девяточка, мне падает восьмерочка в этот раз, и уже сразу минус миллиончик. Окей, давайте на миллиончик попробуем. Итак, миллиончик, Артему падает 7, мне как назло 6. Просто найс, просто найс. Окей, 800 000 ва-банк. Вот так вот можно быстренько просто все слить, что ты только что подымал. Да, пацаны, это трэш, конечно. Так, окей, 800 000 в 2, мне под Богданчику падает семерочка, мне пятерочка, к сожалению. Да, пацаны, не повезло сегодня, не фартануло нам с 1 миллиона подняться. Но ничего, не расстраиваемся, не повезло сегодня, повезет в следующий раз. Главное, надежда. Надежда что, парни, правильно? Умирает последний. Если вы, кстати, вы хотите увидеть какой-то интересный путь, у вас есть какая-то задумка, которую бы вы хотели увидеть от меня на родине РП, то пишите о ней в комментариях, либо мне в личку ВКонтакте, либо в Инстаграме. Ну, ВКонтакте я прям читаю быстро, а вот в Инстаграме, не знаю, как пойдет. Поэтому, парни, с вами был, как всегда, Шторм. Спасибо за просмотр. Кстати, давайте для вас сегодня разыграем, например, и тот за коинцу. Все, что вам нужно сделать, это просто подписаться на канал, поставить лайк и написать любой крутой, интересный комментарий. Давайте, например, словом «казино». Да, я буду знать, что вы досмотрели до этого момента. Всем спасибо, всем удачи, всем пока!